Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов продолжают вести совместный бизнес. Возможно, звезда «Дома-2» и ее бывший супруг Дмитрий Тарасов развелись официально, но вот делить совместный бизнес не стали и по-прежнему являются деловыми партнерами. В 2012 году пара, а также Анна Бузова и ее гражданский супруг Константин Штыркин учредили ООО «Фэшн», которым и владеют в равных долях. Генеральным директором там числится Штыркин, а вот никаких данных о том, что Дмитрий Тарасов выведен из состава учредителя, не имеется, и он вполне может претендовать на часть прибыли. Другое дело, что прибыли там нет, и согласно отчету, последние годы компания терпит убытки. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!